Еще одна благоустроенная территория – новый сквер. Появится в селе Новолакское Новолакского района. Здесь проведены работы по проведению аукциона, определению подрядчика, а также по разбивке и планировке территории. На объект уже завезен весь необходимый строительный материал и задействована спецтехника. Сейчас специалисты устанавливают бордюрный камень и укладывают плитки. По проекту здесь будут расположены беседки, скамейки, урны, пешеходные зоны, детская и спортивная площадки, высадят зеленые насадки, а также проведут уличное освещение. Благоустройство сквера завершится в августе этого года.